Это новая рубрика «Открытый микрофон». Здесь вы будете сами присылать свои видео, делиться своими успехами по темам, связанным с нашим видеоканалом. Нас уже больше 50 тысяч, что меня действительно порадовало и удивило. Всем моим подписчикам большое спасибо. И тем немногочисленным троллям, которые пишут гадкие комментарии, ставят дизлайки, тоже большое спасибо, потому что это еще больше мотивирует меня делать качественные видео, которые помогают вам. Вы можете приехать ко мне в Америку, мы в наших залах сделаем видеоролики с вами, отдохнете заодно. А можете снять видео у себя дома, в тренажерном зале, присылать мне, и все увидят вас на нашем канале. Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Дмитрий, и я из Украины. Всем привет! Я являюсь персональным тренером, и мой опыт работы уже больше 7 лет. Почему я появился на канале Heavy Metal Gym? Да потому что я обеими руками поддерживаю Егора за его труды и старания, и возможность донести вам, что такое действительно здоровые и правильные тренировки, которые помогают не только атлетам, которые тренируются натурально, а да и всем спортсменам, ребятам, девушкам. За это ему огромнейшее спасибо. Хотел сказать про свой опыт работы, что действительно периодизация – это штука, которая работает. Фитнес-индустрия действительно как-то так заточена, что я начинал свою карьеру тренерскую, и мои подопечные, мы всегда работали на периодизацию, а потом как-то потихонечку переходило к тому, что мы отклонялись, все больше переходили к тренажеру, действительно, потому что Егор прав, и как ни крути, я это осознаю и говорю, что да, это так оно и есть, что основная масса персональных тренеров работают больше в тренажерах, да потому что это удобно, это не напрягает его, и возможность работать как конвейером, один за другим. Поэтому периодизация – штука, которая работает, и я думаю, что многие из вас, те, кто действительно понимает что-то в этом, и рано или поздно дойдут это до этого, что периодизация дает возможность прогрессировать ребятам, которые тренируются без употребления фармакологии. За это ему огромнейшее спасибо, и хотелось бы сказать, что я буду иметь возможность, и мне приятно, что я имею возможность появляться на этом канале и буду вести рубрику отдельную с Украины, с большими интересными видео, которые и тренировки, и кулинария, потому что многие подопечные просят, показывайте, как правильно готовить вкусную, здоровую пищу, потому что, мое мнение, здоровая пища, она может быть вкусной и действительно полезной. Поэтому увидимся на канале Heavy Metal Gym, всем хорошего настроения, будьте здоровы! Всем пока!